В это пятничное утро в воздухе царила атмосфера торжественного волнения и радости. И неудивительно, ведь отмечалось сразу два праздника. 60-летие Развилковской школы совпало с Днем Учителя. Я хочу с удовольствием выполнить поручение главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова и вручить праздничный адрес директору школы. Почетными грамотами от администрации Ленинского района были награждены и те, кто внес неоценимый вклад в образование и развитие школы. Один из выпускников школы, кем гордится учебное заведение, Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Благодаря своих учителей он сказал, что именно они дали ему возможность добиться больших результатов. Мы же коллективы совхоза тоже хотели прийти с подарками, поэтому дарим компьютерный класс вам. Там стоят яблоки, это одна часть тех яблок, которые мы вам подарили. Там еще, кстати, конфеты, это с днем учителя, значит. И вообще, на самом деле, мы готовы подарить все, знаете. Все, что вы попросите, мы сделаем. Продолжением торжественной части стал большой праздничный концерт, в который, помимо многочисленных ярких выступлений и озорных танцевальных номеров, входило множество трогательных моментов. Мы были как-то вроде поскромней, как-то многого чего-то боялись. А сейчас этого комплекса нет, все так просто, все так жизненно. Вы знаете, и я рада за то поколение, которое сейчас у нас. Концерт затронул души всех зрителей. Благодарности учителям, несущих знания и просвещение, не было предела. Александр Шишов, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.